Вытеснять местных пчел и дальше вы видите... Слышим такой микрофон. И дальше вы видите... Свет можно погасить. Лучше было видно. И дальше вы видите ареал захвата Южной Америки пчелами-убийцами. В 80-м году была попытка остановить на перешейке Панамского канала, выпустив навстречу тысячи пчелосемей нормальных пород, но они не смогли остановить. И в 1990 году пчелы-убийцы достигли южных границ США, и в 2003 год пчелы-убийцы захватили южные штаты США и западное побережье. Следующее. Вы видите, это уже продвижение пчел-убийц в США. Вот синий фон, снизу вы видите, по годам идет отсчет, как они покрывали Америку. Пчелы-убийцы – это не фильм ужасов, это реальность нашего дня. Они отличаются особой агрессивностью и преследуют людей, которые приближаются ближе 5 метров от улья. Могут преследовать своих жертв на протяжении полукилометра дальше. Проблемы, в чем я вижу возникновение агрессивных пчел и пчел-убийц, это отсутствие культуры обращения с агрессивными пчелами, отсутствие целостной информации в литературных источниках, моральные и физические страдания людей, токсическое и аллергическое действие яда, смерть людей и животных, отображение в СМИ с негативным оттенком. Дальше. Это карта Украины. Вверху вы видите красным цветом отмечены зоны районирования пчел среднерусской породы. В литературе упоминается, что пчелы среднерусской породы повышаются особой злобливостью. Но я бы этот термин не употреблял, я ввожу термин пчелы семьи повышенной агрессивности. Это такая семья, которая при прочих равных условиях, при осмотре улика, жалит руки 3 раза. Дальше. И в связи с этим я предлагаю такую концепцию работы пчелосемьями повышенной агрессивности, сокращенно ПСПА. Советы начинающим пчеловодам и безопасность обращения с пчелами, проблемы, связанные с агрессией пчел, психология общения с соседями, поскольку у нас 90, в основном улики содержатся не только возле хозяина, но и соседи рядом присутствуют, определение пчелосемьи повышенной агрессивности, содержание пчелосемьи повышенной агрессивности, особенности конструкции улья, когда нельзя работать с пчелами, факторы, вызывающие возбуждение агрессии пчел. Дальше. Приемы работы с пчелосемьей повышенной агрессивности, виды агрессии пчел, виды особенности атаки пчел, преодоление подавления агрессии пчел, первая помощь при ужаливании, взятие и откачивание меда у пчелосемьи повышенной агрессивности, племенная работа с такими семьями. Сегодняшняя конференция отличается тем, что действительно в каждом докладе я увидел крупицы опыта, и в том числе культуры обращения с пчелами, которые Прокопович заложил во всех своих трудах, и людям, которые тем или иным способом передали нам опыт обращения с пчелами, так, чтобы, как говорил Сент-Экзюпери, мы всегда в ответе за тех, кого приручили. От, я вибачаюсь, я володію українською мовою, але на прохання я підготував доповідь і слайди російською. Тому якщо буде потреба, я можу перекласти для розвитку термінології у більниці. Дякую за увагу.